Всем привет! Мы приехали в Казахстан, в Сочи. Нас Аквиэль заставил спать на одинарной кровати. Мы вдвоем с Соней будем спать. Я уже вот лежу, засыпаю, и у меня вопрос, когда Брюс Бэннер становится Халком, у него что происходит? Потому что у него меняется все тело, кости. Я вот видео посмотрел, кости там меняют положение, мышцы вырастают, кожа растягивается. Ахуй. О, всем привет, пацаны. Мы в Сочи, мы на набережной, тут красивый закат. Сегодня ничего, наверное, не будет, я не знаю вообще. Всем привет, пацаны. Пока особо не знаю, что делать с тем, что завтра всякие гонки, они начнутся, ну, примерно там с 9-10 утра. И стрем подрубать в это время, ну, такое. Типа, никто в субботу в это время не будет смотреть. Я, значит, буду снимать видео больше всего, а потом уже на стреме сделаю обзор, там кто-то въебется. Мне сказали 90% то, что кто-то въебется. На Твиче, следовательно, стримить это точно, наверное, не могу, потому что это, типа, опасное вождение и все такое, это бан. Хотя я за рулем сидеть не буду, хуй знает. И это, типа, на треке, на официальном будет происходить. На всякий случай на ТикТок подпишитесь, я там буду быстрые такие стримы включать и выключать просто на 5 секунд. Или ВКонтакте. Да, наверное, ВКонтакте. Ну, а большой стрим я вот не знаю, обещаю вам или нет, на Фуге ТВ. Ну, попробую, но вряд ли там, ну, что-то будет вот прям. Ну, я поснимаю машинки вам, там покажу, сделаю обзор. Только вот непонятно, будет ли это на стриме завтра. Либо это будет... Ну, потом на стриме, когда я просто буду обзор делать. Уже когда в понедельник приеду, на новом кресле буду сидеть. Блядь, ты заебался, блядь. Нихуя не делал целый день, и уже спать хочется. Мне надо будет вставать в 8:30 утра. Нахуй ты смотришь, это дебил, блядь. Всем привет, я смотрю на матинке. Вот это Натя матинка. Вот. Тут написано «Захуель». Вот здесь. Вот «Захуель». Да. Все, всем пока. Всем привет. Тут одна такая новость. Я хочу домой, потому что хоть все и на улице происходит. Если ты вейпишь на этой территории, то выгоняют тебя нахуй и всю твою команду выгоняют. Что за бред? А я хочу вейпить. Хочется вейпа затянуться жесткого. Я вам буду сюда снимать пока. Сейчас что-то будет. Я еще рассказывал, короче, что хочу покататься, да, чтобы меня покатали и подрихтили. Тут такая проблема, это только одно сиденье на всю машину и вот так. Привет, мои дорогие зрители, я вам фоткаю матинки, меня сейчас собьет матинка. Вот такая вот. Я видеоблогер. Я подтвержденный видеоблогер. Тут вот такие матинки. Тут музыка играет из Need for Speed, да, это прям... тут, короче, бля... Прикольно. Такая матинка у меня в GTA была. Кстати, в GTA 5 онлине. Вот такая вот не была у меня матинка. Вот такая есть матинка. Вот еще там всякие стоят, там всякие машинки. На них будут кататься. Тут еще машинки всякие. Тут тоже машинки. Вот здесь вот машинки. Вот еще машинки. Вот, а там будут гонки, вон там. Там мы туда пойдем и там будем гоняться.
А как мне... А, вот, ну вот и чат читается. У меня уже два зрителя будут. Капец, я круто. Так, народ, всем хай, всем хай. Мы будем вам показывать машинки. Мы на самом, кстати, ну, нормально. Короче, мы будем сейчас смотреть, как будут дрифтить машинки. Мы на финале. И тут будет, видимо, парная, да, Пум? Будет парная? Вот, можно, я не знаю, вы увидите, не увидите. О, там уже кто-то остановится. Сейчас. Когда домой вернетесь? Может, по идее, самой. Вон, смотрите, вон там машинка, видите, уже стоит. Вот тут они будут. Посмотрите, сколько тут шины. Посмотрите, там сколько шин валяется. Не, все-таки по одному, да? По одному? Нет, больше. Хай-хай-хай-хай. Машину хочешь спиздить. Сейчас это будет. Да, сейчас пойдет, видимо, пойдет уже. Все, народ, пошел. Сейчас что-то будет. Капец. Народ, что-то у меня камера размыла. Либо у меня камеру размыло, Пук? Не, нормально. Капец, парные. А, это дрон летает? Нифига. Все, ура. Капец. Не сработает. Капец, но это... Мне говорят, что это не круто еще, но мне уже нравится, народ, мне уже нравится. И говорят, что не круто. Когда... Не, Зак, к сожалению, выступать не будет. Ну, мы посмотрим. Я не знаю, сколько там будет всего человек. Посмотрим. А что вас растянуло? Ну, вот так вот нас растянуло. Я пропустил.
да, Brawl Stars он играет. А, да. На гонках. Все машинку в трампун. Да, машинку в трампун. Как тебя сюда пустили? Я прессы машинку в трампун. Это не я, тут так написали. Бух, да тут написали так, бугу. Я плачу. Ты плачешь за то, что оно въебалось, бух? О, сейчас еще это. Маринад. Так, это... О, повезли, повезли, сейчас мы посмотрим на нее. Сейчас посмотрим на нее. А там все целое. Так, ничего там интересного, народ, нет. Я просто видела, как от него шина отлетела, и все. Это маринад, да, вот, как маринад. Соня посмотрела. Да, ничего не видно, кстати. Я даже приближать не могу. Да чего ржете? Убери, а богу сам мне страшно. Какого, вот этого? Не понял. Че? Красненькая топовая машина. Да, короче, это будет. Красненькая машинка, это если что, наша. Блин. Да. Я не знаю, я просто отдельно стою вообще. Машинку повезу. Больничку. Ну, ну а чего? Я просто не боюсь, что...
Ну что вы ржете, блин? Да, красная крутая. Крутая, красная была крутая, мне тоже понравилось, мне тоже понравилось. Там опять красная крутая, мы едем. Ты козявка, нет, вы козявка. О, привет, Умэн, привет. Да. Надристала полдень. Я читать это не буду. А почему они не подметают дорогу? Начальная цена 50 рублей. Донаты, к сожалению, не высвечиваются, но я домой приеду, посмотрю, по почте отправлю, хорошо? 50 рублей начальная цена, народ. Пока можете. Я по почте отправлю вам, честное слово. Капец, народ. Смотрите, доктор едет. Два доктора забрали. Да, да, два доктора. Они тоже дрифтить собрались. А что, зачем они? Чё?
Что-то происходит, народ, непонятно. Может быть, у него... Смотри, этот медкомплект несет. Да, да. Опа, аптечку. А, я поняла. Там осколочки, поп. Нет, это не осколочки, поп. А что? Это что-то потекло. Чтобы не загорелось, горючее вот это берут и что-то засыпают. Пук, ты что, гений? У него кровь потекла. Да, да. Надо перевязывать. Лё, смотрите, работают. Молодцы, молодцы. Хорошо как работает. Как в метро любят, прям работают. Да, 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 да. Ой-ой-ой, машинка красивая. У него... Пук, смотри, какая этот... кранчичитосина выпала с его колеса. Народ, ну это 500 рублей. Это кранчич. Это с него выпал пук. Это вот это выпало. Это какашка машины. Да. Мы сейчас с Мариной ее попробуем. Да, давайте. Ну как, пахнет чем-то? Ну, пахнет. А горячая? Ну, такая теплая. Она тепленькая, реально. 100 рублей, большая. 100 рублей, кстати. Кому кранчичитос такой? Кранчичитос. Ну, неплохая, пук, неплохая. Да, такая нормальная читосин. Да, да, но да, мы да. ее можем поделить на несколько читосин. Так, ага. И на почте пораздавать, да? Потом мыть руки. Да, в смысле? Вот эту за сколько? Съешь? Аукцион. Съешь? Нет, отправим мы. А, ну 100 рублей, я думаю. Из-за того, что она тут с таких нормальных-то машин попала. Выпала. С которой уебалась машина. Да, да. Сколько? Ну, 100 рублей пусть будет минимум. Вот эта камера? Да, да, да. Или вот эта? Вот эта камера. Вот эта? Да, или да. Или вот эта? Нет. Нет, вот эта, да. Кранчич? Давай. Аукцион прямо сейчас на сапку. 10 тысяч хотят. А, сапку? Кто сейчас сапку отправляет, да. тому я через вебку передам кранчич. Ого, вот это наебка века, конечно. Ну, давайте, давайте, сапка. Тебе уже кто-то сапку подарил, Пок. В смысле? Ну, тебе кто-то сапку подарил тут. Как? Какой-то Матвейчик тебе как? Сапку подарил. Ну, спасибо, но как? Я же не был в чате. Капец, а там Пук, же... там прям, вон там лужу заделывают. Да, да. Пук, она истекает кровью. Ой, машинка. Блин, прикольно. Так, Кирилл, Сонечка, самый красивый. Слышал, Пуп? Да, да. А он это... Не, он будет участвовать сейчас скоро. Пуп. Пиксельный, нор-нор, уродская, да, пиксельная. Немного пиксельная. Ну, блин, мне кажется, это телефон немного портит. Ну, типа, телефон чуть-чуть и еще Twitch. О! Скриншот сделан. Выше рубашки? Да, чуть-чуть выше там надо. Нет. Чуть-чуть ниже. Чуть вот, выше. Идеально, да. Идеально. Молодец, Бог. Да, да, прям идеально. Thank you.
поцеловались. Они поцеловались. Они поцеловались, а теперь поедут на свадьбу мою. Минпункт. А это даже прощения не попросил. Он воспользовался. Ярые фанаты этих. Ну вот эти на розовые тачки какие-то вроде очень известные чуваки. Нифига себе, прикольно. Марину просили даже типа пересмотреть там с такой. Кстати, не вовремя ушла. Thank you.
Так я уже думал, все, он уже траекторию не забил. Я здесь. Дмитрий, вы можете заявить, вот, то есть, вот это претендент на жесткую победу или что? Поподробнее, пожалуйста. Сложность выбора была. Я выбрал между этой и другой машиной. Ту, которую выбрал, не прошла. А почему вот он самый крутой? Все понял, что спасибо. У него один сайт. Мне сказать людям, типа, как да, да, да. Там машина сделана из говна и палок, а там один АЗ, и ничего дающегося от пилота, бля, он боженька. Он просто убор. Ты видишь, что он твой? А это так может работать? Конечно. Типа вообще можно полное говно собрать? Прикольно. Да, он прошел. Прикольно. Все, топ-4. Так, Костик. Он против 31-го чевчана. Да, Костик, ладно. Покажи. Значит, мы постоянно смотрим на вот эту штуку. Вот он 48 прогиб. Да ладно. Сейчас. Угу. И потом, да будет, и потом будет за первое, второе, третье, четвертое. Получается, осталось гоночки 3. Пух, да, ты да, пропустила одну из самых крутых гонок да? в своей жизни. Ты не будешь жарко? Не, жарко. Что-то и не было. Ебались они или что? Не, он очень не круто выебывался. О, нифига, блин. Ну, надеюсь, вам было видно, народ. Не хочу пропускать. Да, острый походу. Красный-то прошел или нет? Красный пропустил уже двое башни. Вот тот красный, вот тот. Дорога мокрой стала, что ли? Дорога влажной стала. Комментарии, что-то тухлячок реально какой-то пожилой. Ну сейчас там следующие будут, там будет агрегат как раз на Сильвия походу, а вот те будут прям там образ ёбают, серьезно. Да, вот
работает там этой. Бывает просто все втерло сюда. И дождь сейчас. Голова мужика вам не показала, как только что въебалась эта машина. Надеюсь, было круто. Может быть, вы что-то заметили. Ладно, ничего, ничего, подписчики, я вас не оставлю просто так, без контента. Собственно, сейчас мы будем наблюдать Camry Preplay. Сейчас. Сейчас, сейчас, Camry. Ничего себе, было прикольно реально. Ну, мы бы с нашего ракурса мало бы увидели. Это вот прям хайпово с того ракурса было. Видали, я вам предоставляю лучшие камрипы. Знаете, у кого первый самый Человек-паук появится? У кого на стриме? Так, Дмитрий, да, там красная, а где Дмитрий? Против агрегата. Дмитрий, вот это вот то, что вы говорили, только, ну, профессионально, вот это, там прорезинилось вот это бом-бом, почему нету дымка? Сними трассу, покажи, что она вся уже в резине, ее уже там затерли резиной на алтарь. Да. И сейчас начал дождик капать. Это что значит? Вода не впитывается в асфальт и становится очень скользкой. Машины разогнаться даже не могут. И тут сейчас началась игра у того, у кого меньше мощности и лучшее сцепление. И кто будет полегче. Кому легче управлять машиной? Ну вы поняли, да? Вы поняли. Загрузил, да. Ну вы поняли. А, собственно, какие причины были у въёба вот у того? Ну, въёба, а ты видел, он даже не мог подогнать, у него зацепа не было. А, да? Вот же первый кат подогнать его не мог. Прикольно. Он не мог поймать зацеп, он не мог разогнаться. Это ваш любимый. Подписывайтесь на инстаграм Димочки, он сюда нас привез, рассказывает про Матиночки, вот его инстаграм, ну отзеркалите сами, мало заплатил. Вот. Подожди, покажи. Подписывайтесь. А что в смысле как так получилось? А ну-ка, да. Вот, подписывайтесь. Вот, смотрите. Как видите, за Квиль он больше заплатил. Да просто нажмите вот сюда, вот так вот, все.
все, ребята. Все, пока. Давайте больше денег мне. Спасибо. Реально 1000 рублей заплатили? Нет, я его покормил вчера. Картошка чай. Было вкусненько, кстати. Да, прикольно было. Все. Вин или нет, да? Оставил, оставил. Сейчас финал, окей. А кто третье место занял? Народ, скажите, кто третье место занял? Какая машинка? Серенькая или... какая там была, я забыла. Синяя Бэх? А, все, понял. БМВ вроде, все. Так, ну значит, наш уже точно не третье место занимает, хи-хи-хи-хи. А, нет, подождите, пока наш, получается, нигде, да? Красный пока нигде. Африканцы в окрае. Осуждаю, Опка. Поехали. Это ваш любимый. Ребята, третий же был. Да.
что-то мне опять живот прихватило, сука. Какая у заката тачка? Красивая. Сильвия красная выиграет, скорее всего. Вот эта вот вторая, которая красная вот сейчас. Это вот эта красная, которая она выиграет, скорее всего. А мы на нее поставили. Вот, вот народ. Синяя, синяя. Это он третье место занял. Синхронно. Прям вообще капец. 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 Круто, круто, круто. Народ. Надеюсь, всем пока, народ. Нет, я вам я дрочу, народ. Я мы скажем, когда побудим. Ага. Пойдемте. Капец. Народ, я сейчас пока стрим заканчивать не буду. Вы мне скажете, кто выиграл, чтобы взять и... Сейчас он ну, сам. Скажите, кто выиграл, кто выиграл, кто следит. Еще пока никто. Ой, как живот мне прихватил. Я выиграл. Народ, 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 народ. Так. Народ. Народ, 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 народ. Желтый выиграл. Красный второе место. Красный Гочев выиграл. Так, подождите. Красная вроде. Красная. Красная выиграла. Красная выиграли. Народ, красная. Выиграл. 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 Он выиграл. Все, кто ставил на него баллы. Конечно, молодцы. Молодцы. Молодцы, молодцы. Я вас поздравляю. Поздравляю. Я тебя поздравляю, Пук. С победой. Я тоже поздравляю. Поздравляю. Поздравляю всех. Поздравляю всех. Я болел не за красного. Я за красного болела. Да, вообще пофигу, у меня живот очень жестко болит. Ну это влияет. Я так понимаю, мы будем останавливаться, конечно, за пробки? На, да. Фух, все, я заканчиваю, да? Да. Все, народ, всем пока, народ. Похуй, блядь! Какая нахуй разница, ёбаный насрал? Ёб твою мать, блядь! Ёбаный! Ебать! Ебать! Охуеть! Даже похуй, блядь! Какая нахуй разница, ёбаный насрал? Все заебало, блядь! Ёбаный! Ебать! Ебать!